Спасибо вам, дорогие мои супруги. Я должен сказать, что это вполне сейчас средневековый какой-то каменный век. Человек в таком помещении, в котором и еще и нарушил, ну это просто издевательство. Он просто издевательство. В принципе, ничего сложного, ничего страшного, но это очень интересно. Ну, это каменный век. Это характеризует нас как каких-то пятикантов. Короче, президента Путина. И я готов первый срок за нее получить. Назначить Кригеру окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных и информационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года. Я боялся Горинову проиграть. Ниже вы с тобой! Свободу, Кригеру! Кригеру! Свободу, Кригеру! Кригеру! Свободу! Слава героям! Позор суду! Свободу, Кригеру! Свободу, Кригеру! Люба, мама и тато, я йду на війну нашу захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, це віддам за любовницю нашу Україну. Єднаємося, браття, всю лиху годину, нехай ворог знає, ми за Україну. Дорогі друзі, все нормально, все хорошо, я так сильдом. Я думаю, що це гніда ГБшна 7 років не просидит. Ну, це ж король лідер. Уважаем! Все в порядке, все нормально, все хорошо, не переживайте. Вы слышите меня? Слышите меня? Нет. Проходите. Вы убегаете человека ни за что, а я хлеб невиновна. Не понял. А, конечно, Минимум, тебе прямо блядь. Все, всем привет, мои лучшие пожелания. Что тут можно сказать? Дикий приговор. Понятно, что никаких иллюзий не было. На 23-м году власти Путина, что есть какой-то независимый суд, что есть какое-то разделение властей. Все это абсурд, бред. Дядя получил срок только за то, что он свободный человек. Есть такие несвободные страны в мире. Не только Россия такой является, Беларусь. И много еще примеров можно привести, где если ты ведешь себя свободно, высказываешь свое мнение, выступаешь против, не согласен с властью, то за это ты уезжаешь в лагерь, как сейчас уехал Миша. Каждый платит цену разуму. Немцов заплатил жизнью, Миша сейчас заплатил свободой. Кто-то платит здоровьем, как Навальный в том числе, да, потому что его там пытают из колонии. То есть у каждого своя цена. Вот Миша платит сейчас тем, что поедет в лагерь и получил 7 лет только за то, что он является свободным человеком и только за то, что он говорил, собственно, что считал нужным. Ни от кого не скрывался,
всегда писал, говорил это везде, публиковал. Поэтому, ну что тут можно сказать, ужас. И надеюсь, что Миша в скором времени будет на свободе в самое ближайшее время. Дальше я не буду говорить, почему я так считаю, но очень надеюсь. Несмотря на то, что мы говорили о полной невиновности Кригера, приговор, к сожалению, ожидаемо обвинительный. Но необходимо учитывать, что прокурор просил 9 лет строгого режима. Суд дал 7 лет общего режима и переквалифицировал действия инкриминируемого Михаилу Кригеру, а именно разжигание ненависти социальной группе ФСБ. Вместо этой статьи появилась 280-я часть 2-я. Это призывы к экстремизму. Где и как увидел суд призывы к экстремизму, мы не можем вам сказать, потому что, как и вы слышали, только резолютивная часть решения суда. В полном виде мы получим приговор в пятницу утром. Мы будем готовы комментировать, уже готовить к приговору. Но, по крайней мере, это не 9 лет, которые просила прокурора, это не строгий режим, который просила Панаса. Ну, и, естественно, мы будем обжаловать, будем готовить апелляционную жалобу, будем знакомиться с протоколом судебного заседания, с аудиозаписью, с текстовой записью. С ней же будет знакомиться Михаил Кригер, принесем свои замечания, если они будут. И будем бороться дальше.